Всем привет, друзья! С вами Хантас. Много просьб поступило с просьбой прохождения новой ботки на Диком острове. Вся ботка деревянная. Сам, друзья, я ее ни разу не встречал. Даже целенаправленно бегал по серверам, искал, но так и не попадалось. И подписчик мне, соответственно, прохождение скинул. Вот. В начале затруднений с прохождением нет никаких абсолютно. Здесь вот лазер, и получается вот этот лазер открывает вот эту дверь. Ну, соответственно, с собой для прохождения необходимо взять топлячок для начала. Здесь с ботов падает топляк, но мне кажется, все равно этого мало будет. Здесь вот спрятался. Также подписчик написал, что ботка немножко забагалась, что неудивительно в этой игре. И меньше мобов было. Но, в принципе, мобы такие себе. То есть взять какой-нибудь дробаш, еще что-нибудь. И, в принципе, изи проходить. Но здесь я не вижу смысла пробегать. Подписчик, соответственно, также тоже не делал. То есть, если дверь открыта, турк, соответственно, сразу агрится. Так, здесь дальше лазера. Куча просто лазеров и также двери. И тут подписчик совсем не парится. И вплотную топит вперед. Ну, турки не успевают агриться. По ресурсам, друзья, эта же ботка такая же, как и первая. Соответственно, также выходит. То есть, наперед скажу, это косарь МВК. По-моему, два косаря пороха, СМГ. Изучение разрывных патронов 9-миллиметровых. Хотя толку от них вообще никаких. Кстати, лазеры... прикольно, когда, ну, задеваешь их, они вот зеленым загораются. Здесь боты. Так, это у нас бот, который стоит на бандитке. Сейчас вот здесь вот тоже боты заагрятся. Я вот не совсем понял, откуда они пришли. А мне кажется, тиммейт его позвал. Да-да-да, он куда-то там дальше прошел. И, соответственно, дальше поплатился. Я здесь один раз смотрел, но до конца не смотрел, друзья. То есть это, знаете, даже так первый взгляд, можно сказать. Сейчас вот заагрелся бот Монстр Крови, это который на войлке. О, даже кухонки падают с них, ни хрена себе. Прикольно. Ну, это такой, знаете, намек на убийство босса слабо. Босса ЕГЭ. Дальше у нас тут босс. Но, по-моему, он не здесь должен стоять. Тоже, соответственно, забагался. Шипы. Здесь уже надо знать очередность. Соответственно, в каком порядке необходимо генератора заряжать топливом. Здесь опять халявные ресурсы. Но мне кажется, вот эта вот ботка, она полегче, нежели первая. То есть я вот сейчас смотрю, и реально легче. Ага, заправляешь, соответственно, сразу видно, какая... Вот здесь вот проблема. И в комментариях вы писали, и с ребятами, которым я выживал, они лутали, соответственно, эту ботку. С нажимными плитами, соответственно, здесь есть какая-то проблема. Так, заправляем этот генератор. Чтобы выйти, надо на плиту встать. И здесь, соответственно, друзья, двери подписаны. Генераторы и двери подписаны. Скорее всего, ага, вот, соответственно, спавн босса. Но здесь понятно, да, то есть не просто так. То есть генератор, нажимная плита, дверь подписана, все, что чему соответствует. Здесь, по-моему, тиммейт сейчас по-хитрому поступит. Босса сейчас также ниже, то есть вот он его агрит. Ну, вот здесь вот, ага, он его агрит. Этот, соответственно, вниз спускается. Можно было даже его, знаете, как сделать? То есть его заагрить и поставить вот за ту перекладину. Она там не просто так стоит. Я думаю, разрабы сами намекают, если хотите его убивать. Вот за эту, соответственно, перекладину дверную. То можно было, конечно, и так босса убить. Но особо не вижу смысла в его убийстве, потому что ресы выпадают не такие, какие с босса настоящего, а там хрень какая-то. Я в первом прохождении убивал, но лут здесь, думаю, также соответственный. Здесь вот он показывает
Вот опять проблема с плитами. Порядок активации. Здесь куча дверей. И, друзья, очень много вопросов возникало по поводу вот этой двери. Как ее открыть? Там вот, соответственно, ящик стоит. Данный подписчик не знал. Я спросил в Дискорде пароль. Здесь вот уже опять тоже ресурсы. И мне подсказали. И этому подписчику, соответственно, тоже подсказали. Позже мы ее откроем, друзья, и я скажу, какой пароль от нее. Здесь начинается у нас паркур. Здесь вот ему получилось с первого раза. Внизу боты. Но это не первый этаж, это не фундаменты. Но здесь я на самом деле аплодирую стоя. Он с первого раза, я, наверное, с ПК бы не смог так пройти, с первого раза перепрыгивает и запрыгивает на стенку. Я в шоке немножко на самом деле. Ну, то есть, вот эти все двери, это вариации, то есть, кто как хочет пройти. Там 3 или 4 двери было, вот напротив. Если кто-то подумает, что можно, соответственно, внизу сначала паркура ботов поубивать не получится. Турки просто так тоже не стоят, соответственно, если вы с планера туда залетите, они на вас сагрятся. Ну, здесь вот его, соответственно, уже неудача настигла. Ну, на самом деле, было неправильно оттуда перепрыгивать. Потому что здесь надо было именно вот отсюда проходить. Там в любом случае не допрыгнешь. Так, здесь у нас люк. Не знаю, чем, что он хотел этим сказать. Может быть, удар забагался. Скорее всего, да, при прыжке удар забагался. Тут у нас, соответственно, также ящик, но это не последний. Я сначала подумал, что это последний ящик. Вот 100 топлива такое себе на самом деле. Зеленая карта, 100 резисторов. Хотя здесь рядом абандоны, и если в начале вайпа залутать, то можно сразу и на абандон сходить. Но получив такие ресурсы, он уже и не нужен. Здесь открывается другая дверь, то есть после того, как ты генератор запустил, то вот эта дверь открывается, может быть, даже и побольше топлива, соответственно, туда можно закинуть. Здесь еще один ящик. Еще 125 МВК, 500 пороха. И здесь, по-моему, уже все. Вот для чего вот эта дверь открывается, я так и не понял. Может быть, можно было туда дальше пропрыгать. Ну, хотя это к тому генератору ведет смысл. Так, здесь вот у нас, соответственно, под руфом еще одна дверь, еще один генератор. И вот здесь уже нужно будет на время делать. Здесь вот побольше я тоже бы топливо закинул, не 20, но хотя бы 30. Здесь смысл в чем, ребят? То есть нажимаешь на эту плиту, за ним открывается дверь, еще одна плита, которая открывает правую дверь, и необходимо вернуться назад. То есть наступил, побежал туда, наступил, вернулся. То есть, я как понял, здесь вот это нужно сделать. Но подписчик сначала убил бота, зомби. Так, и сейчас он здесь по красоте все сделает. Так, и сразу побежал туда. Здесь еще один генератор. Вот не всем понимаю. 5b подписано. Что может означать по 5b? Друзья, с паролем это абсолютно никак не связано. Абсолютно. Здесь вот еще что-то. Там турки, боты. Но здесь на самом деле, может быть, подписчик об этом не знает. С оружием можно стрелять. Не обязательно это делать рукой. То есть наступил на плиту, вот у него фамос есть, да? Куча турелей. 4 штуки, что ли. И это у нас получается последний ящик с ресурсами. Ну и по поводу двери с паролем, друзья. Там, где сама дверь находится, есть двери, над ними, соответственно, головы медведя.
Там 4 двери. И они, получается, ведут в паркур. И если смотреть на них слева направо, там идут как двери. Одностворчатая, двустворчатая, одностворчатая, двустворчатая. И пароль получается 1-2-1-2. То есть все максимально просто. А вот эти вот все подписанные еще что-то, это просто сбивает с толка. Если вам ролик был полезен, то не забудьте поддержать большим пальцем вверх. И большое спасибо подписчику за данное прохождение. Всем пока!